тупой, тут стреляют. Привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Ярослав, Джек Шепард, Артур. Мы находимся... Тихо, тихо. Мы начали серию, потому что кто-то стреляет нас. Мы его попросили, вон видите в чате, что... чтобы он уходил. Но стреляет он вроде не по нам. Но тем не менее, вы просите вот эти вот все... все вот эти вот опасные они ситуации показывать. Поэтому почему бы и нет? Кто-нибудь видит движение, нет? Ну, походу, может быть, где-то в двойном доме. Он, скорее всего, где-то в двойном доме. Я сзади нас слышу какое-то движение. Это, по-моему, сзади. Молния долбит. Офигеть, ребята, это круто. Это я. Кто-то пишет, что у него такой же русский, как у Ярослава, похоже. Ага, в старом есть кто. О, видите, красный огонь. Да-да. Кто-то фаер там зажег. Я не вижу, нет. Вот прям слева. Слева от тебя, там просто кто-то... Я вижу, кстати. В ПНВ, но намного хуже. А мы в зоне действия фаера? Нет. Не знаю. Можешь потушить наш сигнальный этот? Не надо тушить, уже поздно. Свет. Сейчас он просто выйдет на простреливаемую территорию. Просто если мы будем выходить, чтобы нас не видно было. Так, Блоула текает, это ты. Я вообще мог бы, в принципе, слева пройти, через дверь выйти и обойти его слева. Ну, смотреть, кто там. Зачем тебе это? Ну, не знаю, мы можем сидеть 20 минут здесь и ждать, пока кто там выйдет. Ой, на опасно, но Джек Шепард просто кровожадный. Так, Блоулайтинг, Ярослав, тебе не отступить ли к нам сюда? Ты там долго будешь лежать? Тихо, снайпер. А, это все ты. Снайпер написал Блоулайтинг, все нормально. Что он прям на траектории как раз. О, кто опять стрелял? Выстрелы. Мы предупредили, что если мы увидим, будем стрелять, Гоуэй, он не уходит. Вполне возможно, что он там не один. Табличек не видать. Напиши, перестань стрелять. Опять. Так, держите, я пока пишу. Давай, давай. Who's shooting in... Как у нас населенный пункт называется? Пустошка. Пустошка. Не аж... маркет. Блин, как тяжело писать на новой клаве. Go away. мы легион. Имя нам легион. Шот. Нон-кон какой-то. Это так. Он, может, поп-поп так пишет. Он считает... Это Джордан. Это тебе пишут. Возможно, это он соединился. Коп какой-то. Коп. Еще поп. Осталось дождаться. Anyone speak? Спроси, кто красный фаер кинул. Держи второй вход лучше, Джек Шепард. Он сейчас оттуда зайдет, если это будет печально для всех нас. Стоп, подожди, тебе пишут. Здесь вообще нахрен дверь открыта. Can see you. Ну, он нас видит в прицел, короче. По-моему, нам нужно лечь. Какой прицел? Он совсем не со снайперки стрелял. Да. Ты со своего этого просмотри, блин, с ПНВ в темноту. Как я тут был просмотрю так? Так, ну, давайте все потихоньку выходим через задний вход. Зад... Тут можно долго тусовать. Единственное, как бы у нас позвоночник не сломался при пролезании через дверь. Потому что тут так узко. Узкое место. Да. Все я группируемся открыл. Около входа отдельного. Не туда идешь. Вижу зомби, прям к нам идет. Лучше дверь эту закрыть все-таки. Я бы с глушака снял. К нам идет зомби. Он не идет к нам. О, господи. Нет, он просто них такой сделал. Хотели напряженных ночных серий, вот вам напряженные ночные серии. Так, раз у нас идет зомби в эту сторону, то он, я думаю, нас сейчас заметит. Нет, нет, нет. Он отходит. Нет, он идет к нам. Ребят, сейчас, секунду.
Может, выйдем через крайний вход тот и... Вот через который ехать. А, это ты? Не попал он. Он вот справа ходит. Так, мне нужно Ой, он меня кусает, да-да-да. От стены нужно было отойти. Заметил? Просто это... Палюсь, по-моему. Черт, палюсь. Так, еще кто есть? Он меня успел долбануть чуть-чуть, но не больно. Так, давайте выходим потихоньку. Давайте я пока спины покрою. Окей, давай. Так, я сейчас вот до этого куста добегаю. И падай в него нахрен. Я времени засек. Да ладно, это не так важно. Сейчас не отвлекайся на это, пожалуйста. Церковь, кстати, открытая. Осторожно, там слева, если будете к кусту бежать, прям будет слева нескольких метров зомби. Все, я могу выходить. Иди. Так, подожди, выхожу, подожди. Иду налево, да? Или куда? Прямо иди, осторожно, сейчас зомби увидишь. Если увидишь зомби, то отступай. Вижу, зомби идет. Направо идет он. Сейчас пройдет и пойдешь. Выстрел слышишь? Это Ярослав стреляет. Попытался звук. Черт, насколько непривычно с нового пистолета стрелять. Здесь зомби стреляет. Шепард, я тебя чуть не завалил. Вижу, кто-то лежит, с фонарем меня светит. Ну блин, это я тебя посветил. А меня ты не видишь? Там еще один фаер зажгли. Ну предлагаю обойти и убить нахрен. Вы что, так кровожадно, что ли? Действительно хотите их убить? Я? Очень. Если они жгут фаеры, значит, у них ПНВ нету, то смысла-то во всем этом. Разогрузка. Просто единственное, что нам сейчас нужно особо, это ПНВ. Не можно в церковь зайти, кстати. Я думаю, если ты сейчас в церковь пойдешь, то мы с ними обязательно столкнемся. Ну, в принципе, пойдемте, раз хотите. В принципе, какие проблемы-то? Да, окей, я хоть сейчас... запись давай, идет, пойдем. Зрители видят, как именно вы погибли. И как именно у меня ПНВ оказался новый. Между прочим. Я себя не очень уверенно со снайперкой чувствую, потому что она у меня вот чисто для прикрытия. У тебя, знаешь, был ПНВ только в том случае, если ты меня и убьешь. Ой, блин, ты такой страшный все-таки, Ярослав. Я временами прям просыпаюсь в кошмаре, в холодном поту, как вспоминаю твои угрозы. Козел! Кто тебя убил, фрукт? Козел. Его убил козел, логично. Так, когда ж ты попадешь-то в них, а? О, все, претензий нет. Это походу где-то здесь, ребята. Видишь, зеленый чат, не так далеко по моей памяти. Да нет, зеленый это... Да? Тоже на когда умираешь, ты можешь только в него писать. Вижу примерно то место, где вспышка горит, движения никакого не замечено. Я туда смотрю, там, да, и никого не видно. Я, кстати, вижу, но четко вижу вспышку. И что именно она мне полэкрана залепила. Мне единственное, да, только видно. Постоянно кто-нибудь из вас попадается в прицел. Ну, то есть не именно вы, а ваши надписи. О, дождик пойдет сейчас, похоже. Хорошо. Так, мы что, куда идем? 42 будет. Ну, мы к церкви идем, раз Ярослав туда хочет, то почему бы нет? Артур-то я вижу, а где Ярослав? Он рядом со мной, он просто мало заметен для тебя. Блин, да, все вижу. Ты идешь прямо на зомби, кстати, Ярослав. Я прямо за вами иду. Ярослава, что-то сегодня у Ярослава проблемы со звуком. Сегодня Ярослав у нас заикается. У тебя так же, Джек Шепард? Нет, нормально. Фрукта убили, видимо, не здесь, так как его убили с автомата, а мы бы услышали автомат, я думаю. Перелазим все аккуратненько. Здесь вот вообще стрельба была класс. Из этого... Из Винчестера. Да, из Винчестера. По-моему, либо из Винчестера, либо из Ленфилда. Ну, короче, какой-то примитив, который, тем не менее, с одного выстрела снесет при желании-то. С Ленфилда бы шарахнуло посильнее, я думаю. Да, с Ленфилда уже все зомби побежали. Винчестер он более хихий. Ну ладно. Так, я думал, мы циркушку будем справа обходить, он там зомби. Как бы здесь сейчас пригодилась система пометки врагов, как в Conviction, например. Ага. И потом нажимаешь одну кнопку и всех убил. А еще как в Хитмане, сквозь стены видеть.
Или как в снайпере 2, там тоже так пометочки ставишь. Ничего, фантазер, блин, дал вам идею, не знаю. Нет, просто вы казуальные геймеры, похоже. Здесь хардкор, детка. Какой я казуальщик? Так, я наблюдаю эту сторону, все, уже не наблюдаю. Один зомби слева. Один зомби прямо по курсу идет. Ну да, чуть-чуть левее. 12. Я думаю, он просто что-то, судя по тому, что все затихло, либо ушел, либо отсоединился. Либо пробегал, как делали многие. Я, допустим, ночью также заходил на сервере, где ночь, с фаером тупо вот бежал. В основном это место, вот пустошка, через пустошку все проходят, когда... идут к аэродрому. Да. Ой, блин. Сзади. Аккуратно, аккуратно. Видим, отходим. Внутрь, кстати, можешь зайти. Нельзя там особо зайти. Там тебя схомячат. Нет, я наблюдаю за... Блин, ребят, смотрю в церковь, видишь, там такой темный силуэт, я подумал, бандит. Хорошо, хоть ты стрелять не стал. У меня в найдвижене там реально бандит такой чисто смотрит. Между сериями я нашел, или я выкинул, кама, еще один, камуфляж. Но мне он не нужен, честно говоря. Угу. Ну вот ты его только нашел, и мы начали сразу снимать. Я же... А, какой не услышали. Я же выбросил. Я просто хочу, чтобы все различались. У каждого разный скин, чтобы был. Меня этот зомби заколебал. Ну уже обратно, блин, идет. Я только хотел внутрь пройти. Упал? Так, все, он лег, да. Он у меня прилег. Я заныкался, теперь я с топором, пишет какой-то человек. Теперь я с топором, берсеркер. Так, к нам справа зомби идет, Артур, поторопись. Я успел. Night Vision вырубаем. Церковь светло? Нет, темно. Артур, спалим тебя. Да? Блин, Давай внутрь. Я закрыл двери с тобой. Как зомби их умеет открывать? Я знаю, но я все равно их закрыл. У меня кровь почему-то идет, кровотечение. Это почему? Я виноват. Это я налажал. Я решил побежать. Я все забываю, что на новом патче они вообще как-то очень легко замечают это все. Я перевязываюсь, нет, я просто анимация, все нормально. Просто не видел анимацию, так на кусочек мяса съесть. Так, ну давайте осматривайтесь, я буду вход пасти. Блин, я, конечно. Кому? Кто там ранен, тут пожрать есть какие-то 200 крови, тоже нормально будет. Так, осторожно, что-то там как-то так сбоило. Кидаю им свет в угол. Обязательно это? Да. Зачем? Потому что к нам. Сигизмунд, понимаешь? Сигизмунд знает, что делает. Кто-то только что полутал, похоже, здесь. Потому что тут нифига нет. Ставь банк газировки, если ты чё. Тут действительно, или только что полетали, там только жратва лежит. А вот тут что-то лежит. Не, ну просто не нужно. Обычно, когда сюда заходишь в свежее место, для вот ПМ, здесь... Магазин ПМ как раз. По бокам что-то находится. Да, притом и кама часто находится. Я именно в церкви находил два раза. Вон же пожрать лежит, возьми. Не, вот точно. Это, кстати, именно вот здесь был, по-моему, то ли в Черногорске, то ли где, нафармил паровоз с 10 зомби. Приблизно вот так стою, знаешь, в ряд их всех мочишь. Еще там произношу про себя какие-то молитвы о спасении их душ. Это что, я один раз, когда вот как раз мимо пустошки шел к аэропорту, я убил, на меня вся пустошка сагрилась, я в коровнике каком-то был, убил, короче говоря, 64 зомби. Прикинь, в одном населенном пункте, вот это было круто. Ой, да ладно, я пока шел от Каменки до... Короче, писькомерство у нас началось. Да. Убил не меньше. Так, ладно, все, выходим отсюда, сейчас я гляну по карте, что у нас точно... ребят, карту лучше не открывайте. Че там? Все зомби показаны. А, у меня показаны только мы, куда мы смотрим. Да, только мы. Не, у меня куча зомбарей такая. И вроде других игроков не показано, да? У меня показана куча. Куда сейчас вот выйдем, куда пойдем, направо или... Налево, нет, нам направо. Мне кажется, нужно налево. Выйти вообще мы из поселения прямо, а там уже куда-нибудь двигаться, или вы хотите облутать эту местность полностью? Не, все нормально. Выйдем, и, нам и, налево и идти. За Яриком.
Вы вышли, что ли, уже? Ярик, да. Вам все покажет. Я внутри сижу. Может, Ярик нафармит кучу зомби, но он все покажет, куда он будет. А левый, да? Да. Зомбяк. И назад все равно. Отступаем? Отходим. Нет, резко налево. А куда вы отступаете? А вот. Я просто хотел посмотреть. Вот этот вот дом, мне показалось, что он входной. Застрела. Да это он. Пора привыкнуть к его глушаку. Да, ё-моё. Вот два зомби. Парни, вы GPS путешествуете. Чего? GPS мы путешествуем. Да, у нас такой GPS просто вообще. Полный GPS. Все, я придумал название серии. Вон входной дом. Входной дом слева от нас. А, блин. Нет. Или вон ты про тот, который подальше? Да. В конце дороги. Ага. У нас полный GPS, это, по-моему, прошлая серия. Тут пока все гладко. А, внутри вроде движухи особо нет, но с этим увеличением охренеешь, поэтому точно не могу говорить. Нет, что не делать. А дальше? Дом в конце улицы. Я увидел, да, перпендикулярно. Я думал, который слева от тебя от нас. 1, 2, 3, 4, 5, 6 зомби. Так, полю, короче, сверху левую сторону улицы, вы смотрите вправо. Окей, сверху коровники. Блин, надо тут чат почитывать, очень много русских и смотреть. Кстати, вот когда вот люди не знают о нашем присутствии, как-то в чате очень даже интересно читать людей наших русских имен. Да, они вон там. Общаются, даже кооперируются. Да. Так, здесь банка с лапшой есть и два патрона для... Бибери. Как он называется-то у нас? Все, понемножку выходим. Ленфилд, короче. Возвращаемся на главную и выходим из города. Все, возврат на главную, налево и по дороге по прямой же до Сосновки, по-моему. А почему будет... по дворикам не пройти вот здесь? Там, да, на главном, да, дофига этих. Да, налево сейчас просто повернем и пройдем. В коровник можно заглянуть, по жратве посмотреть. Ну, а тебе что, жратвы мало? Ну, у меня вообще ее нет. А твою звук выключай, важно на записи. Так, где Артур? Я около домика. А если будет кто-то мне важный звонить? Я слева сзади обошел. Ну, все важное становится неважным во время DayZ. И пусть весь мир подождет. Потом мне девушка скажет, что значит неважным. А, ну скажешь ей, блин, не знаю, что-нибудь. Я и так уже на рыбалке сейчас нахожусь. Брать не надо. Сигизмунд, пожалуйста, иди ко мне. Где ты, дорогой братик? Видел? Нет, ну видел. О, все, вижу. Я и так уже на рыбалке нахожусь. Так, к нам зомби идет. Он заметил нас, нет? Чего? Нет, вроде. Ребята, у меня так сердце. Блоу Лайтин, ты где? А вот. Я возле центральной дороги крадусь себе спокойно. Но вас не вижу. Ну ты возле центральной дороги, потому что пройдешься. Ну да. А мы должны идти туда же, куда и он, только вдоль. Да, мы параллельно тебе идем левее метрах, наверное, в 20 по двориком. Тихо. Опять нажал два раза вперед случайно, смотрю, где кого не иду. Так, тут у нас. Тут справа какой-то, типа, гаражик, а домишка, может, посмотреть, что там. В гаражике, в домишках может быть машинка. Да нет, я в принципе тут маленький такой этот. А, ну маленький тоже может быть. Что-то внутри. Ну внутри что-то есть вроде бы, даже обезболивающие вижу. Болеутоляющие бинты надо кому? Нет, у меня бинтов полно, болеутоляющих парочка, но в принципе не могу сказать, что прям нужно. Мне все время доставляют вот название, там вот, когда в туалет открываешь, а там жратва, тушенка лежит. Все, идем. Это типа... Тут начался этот, все в туалет попрятались. Как раз коровничек. Давай, может, Артур резко налево возьмем. Коровников? Да. Ну, сейчас, он... если мы резко налево пойдем, мы в зомби упремся. Да, вижу зомби, вижу все. Я просто не заметил, да. Вон там входной дом вижу. Листва, центральной дороги с правой стороны. А, вижу. Но пока что туда не пойдем, там зомби. Слева зомби опасно. И если палимся, то к этому дому бежим просто, который мы увидели.
Ярослав у нас очепенец. Ох, пулю получит нечаянно. Ох, получит. Я получу пулю в лучшем случае от тебя. Ну, я про то и говорю. Самый лучший случай, действительно. А после этого, не знаю, ну что-то плохое. После этого Артур будет с ПНВ. По-моему, только плюсы одни от этого будут. Самый вообще, да, хороший вариант. Ага, или я буду с вашим всем шмотом. Чем сказать, ребят, все заглохли, да? Да. Не хотим тронить ваши нежные чувства. Да, а то мы сейчас скажем, типа, ну ты попробуй. Моя винтовка, выстрел, твоя голова, ты труп, все. Так, я на тебя сейчас на прицеле. Так я тебя уже на прицеле держу, как бы. Думаю, будешь ли дальше рассказывать сказки. Так. На прицеле. Желтый значок. Ну как обычно, сейчас в середине серии мы вылетим. И потом опять полтора часа будем снимать. Артур идет боком в дом, и я из-за него не могу зайти. Я вот смог. Тут ничего нет вообще. Ты уже почувствовал, что гранату к вам поближе кинуть. Ничего. О, ну как обычно, да. Тональность. Ярослав, ты где? Ты опять как тот. Выходи из города. Кем он там был-то, сутенером, нет? Из Saints Row 3-то. Да. Снова такой же голос. Господи, да хватит меня с сутенерами, я вообще еще ребенок, школьник, блин, не знаю, никогда не пил в жизни, давайте идите уже. Не пил? Нет. Как же ты, от жажды ты не умеешь. Да. Организм функционирует как бы. Ой, блин, сегодня Петросянем опять. Так, мы на выходе из города, где ты? Ты на выходе из города, мы на выходе из города. У тебя ПНВ, ты нас видишь? Да, я тебя вижу, блин. Почему у тебя все время сразу пугнул? А почему у вас все время? Мне чтобы просто указать, куда нам идти и все. А почему так все время говоришь, что там будет сейчас твоё ПНВ? Вот я. Да если ты бегаешь, безумец. Почему? Где ты? Вот ты. Мы сидим тебя не видим. На другом конце дороги. Ты посмотри, да, ты его видел? Я его вот только сейчас заметил. Вот ты посмотри, да, вот ты на него только посветил, я тоже вообще не видно ни черта. Ничего, ты у нас картографер главный. Как нам из Зеленогорска отсюда долго идти, нет? По прямой через. Нам идти долго, по прямой через Сосновку там выходим. Есть закрытая церковь, есть. Не изображай. Я просто не могу, блин, один в один. Значит, я сейчас представляю просто как он до этой. Дарт Вейдера выкинуло, блин. Слушайте, сейчас же по-любому где-то тут валяются звезда смерти и ничейная. Чего? Он Петросянь пытается. Да, пытаюсь. Я все еще продолжаю. Ну потому что, блин, капец. Зомби справа почему-то довольно близко слышится. Он гонится сзади за Джеком Шепардом. Да. А мы к заправке подошли, оказывается, просто. Да, давай, отбегай с заправки. Правильно, а ушат, отстрели. Молодец. Отстрели его. Вы будете его убивать, нет? Потому что там еще зомби. Давай, человек, глушат, ну. Своего не попал? Нет. Еще один подходит. Так. Все, я тебя вообще почти уже не слышу теперь. Вон там у нас может быть... что у нас там может быть? Может быть канистра с топливом. Ну, я не знаю, но пока что она без надобности. Это ни другой нам не надо. Вот нарисован мужик и бутылка. На баннере. Мужик и бутылка? Да. Это реклама. Совет стайл. Чего? Топорик. Да, появился. Топорик у нас. Еще. Тут два топора, тут похоже кто-то. Берсерк. Вот, ничего. Нет, тут ничего хорошего. Два топора только лежат. Ну все, значит, выходим. Заправки и ускоряемся. Почем у них тут бензин-то? Это я в этом, в Dead Island смотрел. Цены на бензин. 19.99 бензин. А что за супер? Что такое супер?
Супер бензин. А значит, машина будет. Нефть продают, чистую нефть. А ничего, прям нефть чистую заливать. Поэтому не зря же Чернорусь. Весь транспорт валяет в таком убогом состоянии. Пригодники. Нефть продают. У каждого дома своя честная, похоже, этот станция. Ну. Так, нам прямо по этой дороге долго-долго идти, да? Долго-долго, через Сосновку. В Сосновке есть пару заходных домов. А вы иди, а нет, она прямо, да. Мишкина у нас справа. Не за Яриком, он не Сусанин, он знает дороги. Мишкина, в Мишкина мы были, там что-то вообще ничего хорошего не было. Ну, это практически везде были уже. Вы вообще молодцы, пацан, по дороге пилить. Ну и что, ночь. У меня Night Vision, я вижу приблизно очень хорошо. Приблизительно. Приблизно видишь. Приблизник, блин. А на самом деле все супер. Вот вам бы всем такой камуфляжик. Но мы не все появляемся в игре, и перед нами это кладбище просто свечи. Я не там его нашел, я его нашел в отеле. Да, кстати, в отель наш. Я думаю, из Зеленогорска почему бы нам не направляться в Березино? Это на берегу. Березино. Это будет достаточно много экшена. Ой, ты знаешь, новички достаточно злые, и нечего терять. Да. А еще они пугливы. Угу. Поэтому я и прошу экшена от вас. Заяц! Заяц! Где, где, где? Вот он бежит, бежит, сейчас коллаж достану. Уйдите, уйдите. Он застрял. Сейчас убил зайца. Тратишь? Ой, ой, блин. Ладно, я воздушные свои отправляю, но тут... Слушай, ты не видел, сколько комментариев было? А, они зайца пропустили. Артур вообще уже что-то мочит просто. Нет, держи, просто не держитесь у меня в поле зрения, а так, мне, честно говоря, эта темнота надоела. Ой, подожди, я его погасил, что ли? Ой, блин. Чего уж прям волков боятся в лес ходить? Все нормально. А там чем фаер горит? Это я обычно так подбегаю, что раз у фаера куда-то в центр города, если я на входе и смотрю реакцию. От меня подальше держитесь, потому что я, в принципе, неплохая мишень сейчас. Идиот, спаун киллер. Дальше не надо. Кстати, да, бывает такое, когда люди на спауне загружаются и буквально в эту же секунду убивают, иногда даже с неплохим дропом. Я, например, делаю. Да, этих людей мы будем гонореем. Я познаю. Блин, что они пишут? Кошмар. Хорошо, что дети не знают английский. Вообще не обращай внимания. Артур примерно бы перевел это как говнори и говнорят. А тот чуть-чуть по-другому. Ванильчик, культурный. Кто-то спрашивает, два парня в ангарах, болото, вы дружелюбные? Ну, в болотах, в ангарах, конечно же, там очень человеколюбивые люди у нас находятся. Возле самолета там очень человек. Дарт Вейдера кикнули. Так, вы где, ребята, вы за мной? Вон я вижу одного. А второй где? Какой второй? Ты. Я, а я. Так, мы только по дороге идем долго-долго, да? Слева от нас ангар метр 100. Да, я видел. Это амбар. Ангар? В 300, вообще, судя по всему. Амбар, да. С твоим метражом я никогда не знаю, на каком именно расстоянии находится какая-либо. А, так, налево или направо? Или прямо? Прямо, прямо, прямо по центральной. Не, он по дороге идет? Разворот. Может, да, если для вас Сосновка. Один. Вот надо было, а мы по вам кто-то пишет. По ком? По ком? Нахер вам пишет. Так, километр остался до Сосновки, да? Наверное. Судя по знакам, если я не здесь не врут. Так, народ присоединился.
Все, ты выкинул? Да. Ну, раз подходим, то уже прям что там-то палиться. Так, ну, в принципе, так довольно-таки спокойно выглядит. Можно ходить прямо по центральной улице. Ну, это свистовка? Да. А, да, давай. Да. Это спокойная дорога, особенно. Сейчас я расслаблю себя, да, центр города. Это. Шашка такая, вперед! На самом деле можно кинуть фару прямо в центр. Просто пишет камеру. Чего следы должны? Тут ничего нету, поверьте. В лучшем случае это какой-то команд будет. Справа в 30 метрах два зомби. Прям на нас один идет по дороге. Ага. Дождик. Кому не нравится, тебе пошел смотреть на меня. У меня все зеленое. Как хорошо, что тебя не слышно. Да. Что, так плохо слышно? Кстати, когда Артур смотрел на елочку, я видел, как падал зомби, много людей пришло и написали: мы пришли посмотреть. А, он мне писал, мы пришли посмотреть, как все. Так, концертные банки здесь. На входе, а что внутри? Магазин. Не заходной. Дождик, дождик. Температура что-то вообще, по-моему, перестала падать, нет? Она будет падать. Кстати, знаешь, чем крутой снайперский камуфляж? Мне не видно сзади огромного крэкхака. Блин, ты кому нужен? Да никому, ты их уже забрал. Я их не забирал. А я посмотрел, не было вроде бы. Ой, за стеной так много зомби похоже. Ой, я упал. Сломался на колено. Ой, да, их там даже дофига походу. Справа пойдем туда. Самое печальное, что здесь нет дома, где можно спрятаться, поэтому придется на открытом месте. Есть. Ну, есть. Не, он в том смысле, что мы его не видим пока. То есть куда бежать непонятно. Ой, он сейчас заметит аккуратно. Я бы вообще посоветовал лечь. Давайте втроем отходим. Это не заходной. Я знаю, спокойно. Изи. Ой, это что так как-то странный такой свет? Кто-то флайер кидает, что ли? Флайер. Я не вижу. Файерфлай. Нет, если флайер кидают, то красная на пол карты. Это какой-то. Вот. Ну вот здесь, да, такое чувство, как будто что-то так подсвечено, вот. Прям. Еще стало ярче. Да, ребята, да, это кто-то бежит. Ну мы вроде пока не палимся, да? Не-не-не. Главное, свет не включайте нигде. Мне кажется, это вообще просто глюк с освещением, оно же тут как переключается, как будто кто-то рубильник дергает просто. Админ такой, пора включать свет. Да, типа того. Ну то есть оно тут плавно идет, но вот эти вот плавные сами по себе фазы, они так чпок-чпок, чуть-чуть посветлее резко чпок, потом еще посветлее. Чпок, свободно. И потом только одна полоса света идет. Вообще удивительно, вот когда в старом соборе я был и меня убили, там было уже утро, очень светло. А потом я оказался на берегу, там было темно. Очень так медленно идет полоса света. Так он идет? Это арма. Сынок. Да просто за горами, за все. Я калашик возьму в руки на всякий. Сына убили. Видите, здесь идет только отделение правую сторону. Все, мы к выходу уже подошли. Да, я что-то не знаю, тут ни одного дома, в который можно было бы зайти. Они справа. Там на горе, типа? Вот видите, вот видишь, слева дорога. Но. Ну, вон там есть ответвление с заходящими домиками. Ну, мы туда не пойдем. Да, оно там не стоит. Был как-то в горках, в долине, там такие прикольные домики, прям на горе, можно сказать, стоят, красиво сделанные. Внизу то ли заправка, то ли амбар. Да, какое-то здание там вижу определенно. Ну я человек старый, я ничего не вижу. Очки губишек.
Так, ну давайте двигаться. Слева двухэтажный амбар. Да. А чуть впереди вдали еще один амбарчик, только уже одноэтажный. А, что у нас по жатве-то, кстати? У нас та корова осталась еще, нет? У меня одна банка. Захавали, потом у нас откинулось здоровье. Да. У меня одна банка жратвы, одно сырое мясо. У меня, кстати говоря, мяса-то нету, которое вы мне давали. Мы, главное, вот вообще подлая игра такая, она вот то, что мы использовали, она не возвращает. Да, запирает, и я здоровье не восполняет. Да, то, здоровье откатилось, это не волнует. Это арма, сынок. Да, да. Так, ну, короче говоря... Самбарь один. Я не знаю, где он. Я помню это место. Там такой свет идет. Помню это место, мы тут с Джеком Шепардом. Тут были, да. Вон с того лесочка наверху мы выцеливали, здесь два человека убили козла и жарили его. Вот тут вот костер прям в поле развели. Да. Ой, чувствую, что пошляком от таких фраз. Ну, так-то да. Пошляком только ты себя можешь от таких фраз чувствовать. Подумаешь, козла жарили. Вдвоем. Что-то я... Ой, да, блин, да что ж такое, а? Твою дивизию. Вот, сейчас идет. Еще, значит, будет. О, нормально. 30 минут. Кто-нибудь время вообще засекал на серию? Так что, я иду, то вообще нормально. Директор, ну, обрежешь. Нет, директор скат. Директор скат, нормально. Так, давайте идем, короче говоря. Мне все равно показывают туда метку почему-то. Ну, ладно. Пошли все. Это моя метка, наверное. Короче говоря, босс. Натурально идем. Ой, боже. Натурально, короче говоря, да. 700 метров до Зеленогорска. Это что такое? 700 метров? 700. Да, дед, 700. Что, будем заходить в этот? Нет, значит. Ну, а, там этот есть. А, барашек. А. В окружении зомби. Барашек. Барашек. Ну вот. Будем добивать барашек. Дайте барашка захарчим. Надо бы. Надо, я могу его захарчить, в принципе. Тебе-то чего? У меня 6 тысяч. У меня не, он про то, в том смысле, что у него душа, да. Я убью и зомби не будут бегать. А я внутрь амбара пока зайду. Пока денежку убью. Чёрт тут делает. Артур оттягивает зомби. Ничего ты маг, ничего ты этот, блин. Руку так кверху поднял, из руки фаер вылетел. Видишь, все зомби туда пошли. Сейчас Ярослав убьет нам барашка. И мы сможем ее взять. Только вот этот отойдет сейчас. Да, и прям зомби идет туда к вам. Барашек has killed. Блин, а когда там М9 патрона вообще нету? Где не найти? Да. Поэтому тут очень. Блин, что ж ты медленно-то такой, а? Уф, так, ладно. Блин, он так вообще не заинтересован, похоже. Он тебя заметил. Смотри, как... Нет, он... Нет, это я дым кинул. А, ты дым кинул? Так заинтересовало его конкретно. Чё там в этом ангаре, Джек Шепард? Да там пусто, болеутоляющее одно лежало и патрон... Одна обойма для магнума, больше ничего вообще нет. 5 кусков сырого мяса. Клёво. А почему тут зомби мёртвый лежит? 4. Мертвый зомби. У стога с сеном. И вокруг него четверо. Я 3 взял. Почему-то одно тут еще. Может мне одно выкинуть кому-нибудь? У кого сколько крови? Ну да, всем плевать, что там мертвый зомби, окей, да. У кого сколько крови? У меня 9700. У меня 11. Могу взять одно сырое мясо. Так что тогда я 3 оставляю. Сейчас мы пойдемте в тот двухэтажный. Ну и че зомби мертвый? Тут кругом зомби мертвые. И костер сделан. Все, Артур, ты потерял страх окончательно. Меня сегодня уже стреляли в меня когда. И сегодня реально поп-коп. Слева 3 зомби. Прыгун, лягушка. Лягушка. Там тоже собаки. Вот сейчас внутри кто-то может пасти. Но ты все равно бежишь. Я вам бара сколько было, один раз только козла видел. А, кто-то заметил, я слышу по звукам. Сейчас придут к нам. Давайте я. Вот, давайте не будем тратить патроны для глушителя твои. Вернее. Не, я не буду стрелять. Патроны для глушителя. Ну, поняли. Да. Подожди, я же в голову попал.
А, я вообще выстрел до него слышал. Поздно дошло. Уголом, да. Я буду падать. И у меня убийство не засчиталось, блядь. 33 же, так и было. Так, сейчас прибегут. Ой, слышу много шума. О, лягуха идет. Сейчас едим. Еще одну возьмем. Сейчас коллажу достану, все будет нормально. Ой, вот не надо шуметь, а. Вот ты, блин, ты любишь, любишь пошуметь. И поприкалываться любишь и пошуметь, поэтому я не знаю, как тебе то ли верить, то ли не верить. Че, больше никто не придет? Не знаю. А, вон бежит, 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 бежит. Пришел. Добрый день. Ой, я промазал. Он ко мне идет. Он смотрит мне в душу. Прилег. Куда ты сидел? Я сначала попал ему в крестец какой-то. Как это называется? Где вот... Короче, между лопаток попал ему. Чуть повыше. Еще один. Потом уже... Что они... Вовс. Они как-то Алла, довольно-таки туго реагируют. Зомби с лопаки. Им надо напоминать. Эй, мы в тебя попали. А, да, точно. Было дело, да. Так, короче говоря, давайте вот тут на втором этаже на бревенчатом полу разведем костер. Да, а, у меня дров уже нету, бляха-муха. Давайте разведем костер, давайте. У кого есть дрова? Ни у кого. Деревья тоже довольно. У меня нет места, чтобы дрова взять, так что на кто-то у кого есть две ячейки хотя бы. Так. Бежим прямо, а где тут дрова? А, дрова две ячейки занимают, да? Да. У меня да. Как раз есть. Нет, вот он. О, кто-то нашел этот вертолет и здесь звонит. Почему он не падает? Вот, сейчас он точно в голову попал. Так, все нормально. Блин, ночью до чего круто играть, да? Да. Так, сейчас нам нужно к лесу сходить, дров нарубить. Не в эту сторону, не в эту сторону, Джек. Джек сидит. Нам в ту сторону, вон и тут лес, он справа, если да вон прям лесок есть, и нам поблизости. Ну нам как раз по пути да, туда. Сейчас мы лесочки прям разожжем, разожжем костер. Тоже есть. Все нормально будет. Короче, Артур, блин, подкрути с фонарем, я тебя не вижу. Видишь? Да нет. Вернись. А, все вижу, 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 вижу. А, не слепи. Реально слепит. Так, подожди, почему я... А может здесь потому, что такой угол в темноте сильный. Дрова рубить не разрешает. Ну давай вот это дерево попробуем. Серьезно, что? Рубаю, рубаю. Блин, было всё прикольно, нормально. Если тут деревья понемножку откалывали. Так, целое дерево нужно спилять. Да тут прям давайте разожжем костер. Мы уже вообще какие-то давай, безалаберные. Да давай, свети. Че уж. Вот тут, в принципе, нормально будет. Да, вот здесь. Угу. Вот так. Развести костер. 600 метров до Зеленогорска. Как раз дойдем, и можно будет серию заканчивать. Да. Вы развели костер. Да вы же все, только я его не вижу. Да так отойди, свет. Отойди. Ты на нем стоишь. А, вот же прям. Да будет свет или нет, ребят? Че? Да будет свет, говорю, или нет уже. Будет, будет. Гори! О. Так, сейчас что-то ощущение, что гости придут. Ну, то есть из числа голодных мертвецов. Mm-hmm. Я потому что слышу, как... Блин, вы так аппетитно хрумбаете. Так, ну у меня 9 тысяч хотя бы, уже нормально. Да, я подкушал. Так, подождите, ребят, секунду. Пожарить мясо. Но мы с Артуром отошли в тенек. И Артур так сейчас смотрит на тебя. На ПНВ твой. Он меня спугнул. Так, кому дать мясо? Ты лучше присядь, за тобой очень близко зомби. Не, мне показалось, что близко. Мне дай мясо. Дайте мне мясо. У меня 9 тысяч всего. Это, в принципе, немало, но... Меня тебя снесут. Дал? Дал. Хорошо, спасибо.
Я тоже спереть ничего. Блин, Артур, ты мог выменять на оружие кусок мяса. Давай. Вот ты даешь мне кусок мяса, и ты даешь мне ПНВ. И мы вращаемся. Я стреляю тебе в голову. Все, ребят, вперед, 600 метров. Давай, дойдем и закончим. Джек Шепард, лишь бы закончить. А он вообще не любит играть, ребята. Давай. Мне нравится, ну DayZ, я знаю. Да. Не, натурально, мы сегодня опять две серии записываем, поэтому... часов уже 5. Бывают такие неудачные дни. Но самое главное, что мы только две серии записали, и это, блин, очень плохо. Сейчас, ребят, секунду. Ага, вот, значит, мы здесь, там церковь неоткрываемая. Короче, заправки, вон заправка, и мы уже там, Шепард, ты где? Рядом с гором. Ты где? А? Ты меня свернуло, блин, опять. Отлично. Джек Шепард, полный набор, короче. Раньше просто были проблемы у всех, теперь еще. Выходи из леса, видишь вспышки? А на меня кто-то очень сильно слепит фонарем, вижу. Мочи его, это не Блэк. Раша Терминатор только зашел. Как ему не повезло. Это он, походу, чисто мой ник спалил. Меня и ник тоже. Хватит, блин, у меня сейчас... А, у меня пристал. Эпилептика, что ли? Будешь, кто хочет потрындеть или даже вместе побегать с кап с таким же ником. Чуть неохота. Кто там? Фаер зажигает. Это заманчиво. Это я заслепил все. А, для полного счастья? Да. Ну да? Да, блин. Мне так же глаза на лоб полез. Один фонарем меня слепит, другой. Ну вообще капец, какие-то ребята. Все, хоро Петросянин, подходим к Зеленогорску. Да. Так вот посмотреть, по серверам одни русские играют. Да, Полягван один играет. Только не комментируют полностью его слова. Так, сейчас я не буду комментировать его полностью. Нам надо выйти на самую центральную дорогу, и вниз там будет магазин. Справа есть два амбара, но в принципе в них толку мало. Так что нам здесь реально только магазин можно и дома. Всё. Два амара. Церковь тут не заходная. Нет. Он там слева, вдалеке у нас. Подожди, ты иди сюда. Куда ты убежал-то опять? Мы пока не идем туда. Видишь нас? Я сижу рядом с Артуром. Да. Тут все, что я знаю. Видишь? Артур смотрит в небо. Нет, я тебя не вижу. Так, ну... Нет, я тебя не вижу, я к тебе не вижу. В следующую серию мы пойдем. Я не знаю, он в коровники стоит идти вообще, нет? Нет, там не сходим в магазин, возможно, в магазине найдем что-нибудь. Там где? Машина, это что там, да? А, машина, да, около магазина как раз. Красный значок, давай быстрее. Короче говоря, ладно, на самом деле, что-то у нас сегодня очень сложно все записывается. Надеемся, что этот разработчик-мододел быстрее приедет с E3 и запилит новый патч, потому что с этим какой-то кошмар творится. Мододел. Да, ну... Давайте тогда попрощайтесь, бойцы, увидимся в следующих сериях. Всем пока, друзья. До скорой встречи. Его опять глючит. Прости. Короче, ладно, давайте увидимся в следующей серии и пойдем, собственно, к магазину, поищем там машину. Если будет машина, то, в принципе, я знаю, где поблизости можно для нее запчасти взять. Как бы там ни было, всего хорошего. Пока.